Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я расскажу и покажу вам, как можно загружать свои фотографии либо картинки на бесплатные фотохостинги. Делать это очень просто, а пригодится вам этот навык при размещении фотографий, например, на различных форумах. Либо, когда вы сделали скриншот и хотите отправить просто ссылку на этот скриншот своему коллеге или бизнес-партнеру в сети интернет. Так, обо всем по порядку. Например, я хочу на этом форуме создать сообщение, загрузить свою фотографию. Видите, здесь есть такая, на любом форуме есть такая функция, ставить изображение. Где же берется эта ссылка на это изображение? Вы можете поступить двумя способами. Если вы нашли фотографию в интернете, вы можете просто на понравившейся фотографии щелкать правой кнопкой мышки. Я работаю в Chrome, у меня и появляется копировать URL картинки. Это один вариант. Ну, опять же, где находится хостинг этой картинки, вам неизвестно. Видите, вот она появляется. Окей. Либо второй вариант. Вы можете свою собственную картинку загрузить на фотохостинг бесплатно. Вот именно об этом сегодня и пойдет речь. Я советую вам использовать наиболее известные фотохостинги. Например, radical.ru. Почему? Потому что ваша картинка на фотохостинге будет храниться на бесплатном неограниченное количество времени до тех пор, пока сам функционирует этот хостинг. Поэтому советую брать наиболее известные и проверенные временем. Заходим на фотохостинг, выберите файл. Даже можете не регистрироваться, это не обязательно. Дважды щелкаю мышкой, пошла загрузка. Уменьшать я не буду. Он у меня и так изначально уменьшен до размера 640 на 480, который идеально подходит для размещения на форуме. Выбираю. Она у меня загрузилась. Загрузить. Вот видите, появились ссылки. Для того, чтобы использовать эту ссылку на для создания поста на форуме, либо для отправки ее своему коллеге через интернет, достаточно просто на первую ссылку мы выделяем, которая имеет расширение JPEG-картинка. Правой кнопкой мыши выбираем копировать. И опять я возвращаюсь на форум, на котором я хочу разместить эту фотографию. Выбираю значок изображения, вставить изображение. И автоматически вставляю эту ссылку, которую я получила на бесплатном фотохостинге. Выбираю ОК. И вот теперь мы можем в пост ответить. Никаких комментариев писать не буду, просто сравните. Вот первая фотография, это из интернета готовая. А это моя личная фотография, которую я загрузила на фотохостинг и разместила затем эту ссылку на форуме. Я надеюсь, что этот навык вам пригодится в дальнейшей работе. С вами была Лариса Левинская. До скорых встреч!